2800 обращений поступило в администрацию Анапы с начала года. Чаще всего жители города-курорта обращались по вопросам качества энергоснабжения, ремонта дорог, строительства сетей водоотведения, выдачи техусловий на воду и газ. На общекраевой планерке глава Анапы докладывает губернатору, в работе с обращениями граждан подчиненных нацеливает на личное общение с заявителями. Я всю эту работу держу на личном контроле. Мы проводим глубокий анализ рассмотрения, особенно повторных жалоб. Я специально выделил сотрудника на жалобы, которые мы пообещали исполнить, но по тем или иным причинам не исполнили. Мы посещаем этих людей дома. Хорошо, хоть вы знаете о том, что как бы пообещали и держите на контроле, что не выполнили. Это для меня такое пленное позитивное такое настроение и перспективу оставляет. Ощутимый результат дает практика выездных приемов. В этом году на них побывало 173 человека. 2026 письменных обращений рассмотрено комиссионно с выездом на место. Это 70% от всей поступающей корреспонденции. Своим подчиненным Сергей Павлович дал поручение поднять все нерешенные вопросы. Три дня рабочих вам достаточно, с учетом сегодняшнего. И письменно раздать вопросы. Заместителям отработать. Это те, которые с бородой. Согласно того, что мы обещали и не сделали. Почему? По статистике, территориальная принадлежность поступающей корреспонденции не изменилась в сравнении с 2016 годом. По-прежнему наибольшее количество обращений поступает от жителей города, Субсехского, Анапского и Приморского сельских округов.